Всем доброго дня! Сегодня готовлю мясной хлеб из куриного мяса. А в качестве добавки у меня кабачок. Кабачки подойдут любые, как молодые, так и плоды постарше. Процесс приготовления простой, и для приготовления понадобится фарш куриного филе, кабачок, куриное яйцо, соус чили сладкий, горчица дижонская, паприка копченая, чеснок сушеный, растительное масло, лук зеленый и соль, перец по вкусу. Приступаю к приготовлению. У кабачка срезаю плодоножку и хвостик и натираю на крупной терке. А лук мелко нарезаю ножом. В емкость перекладываю куриный фарш, добавляю к нему нетертый кабачок, лук, куриное яйцо и все специи. Вливаю половинку количества растительного масла. Теперь нужно все хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты и специи соединились между собой. Я использовала одноразовую форму из фольги. Размер ее 20 на 10 сантиметров. Застелила ее пергаментом, чтобы было легче извлекать готовый хлеб из формы. Закладываю подготовленную мясную смесь, разравниваю, сверху смазываю остатками растительного масла. Ставлю выпекать заранее разогретую духовку до 190 градусов на 40-45 минут. Время выпечки регулируйте по вашей духовке. Хлеб должен слегка зарумяниться. По истечению 45 минут, столько готовился у меня хлеб, готовый хлеб нужно вынуть из духовки, дать ему постоять, отдохнуть приблизительно 10 минут. После чего я извлекаю его из формы, нарезаю на порционные кусочки и подаю к столу. Всем приятного аппетита! Сочный, вкусный, ароматный куриный хлеб с кабачком готов! Такой хлеб можно подать на ужин, перекус и даже к праздничному столу в качестве закуски. Мясной хлеб благодаря кабачку получается более сочный и вкусный, и даже в остывшем виде. Приготовьте такой хлеб, и я уверен, результат вам понравится. Спасибо, что были со мной, благодарю всех за просмотр и поддержку, и до новых вкусных встреч! Готовьте с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.